сегодня 12 октября уже. Батя сегодня со мной не поехал. Вчера что-то он разочаровался в охоте. Так что я сегодня тут один. Вот стая, пруд опять. Опять пруд, короче, блин, высоко. Вон идут. Со всех сторон. Ну, короче, блин, не знаю. Их только зенитка бить, наверное. Такие даже не гагаю, потому что им, даже не маню их, потому что тут летит, блин, 1000-2, наверное, их. Навряд ли кто-то тут к 20 гусям подсядет. Летят транзитом. И до моего болота делаем совсем нет. Будем ждать каких-нибудь залетных более на низкой высоте. Вот. Так что так вот. Вот что я с ним. Вот сейчас вот идут вот три косяка. Один здоровый. Дальше вот я еще один вижу. И вот позади их еще отстал косяк. Ну, в большом, наверное, 1000, наверное, точно летит. И отец с озера позвонил с рыбалки. Говорит, там... Вот, говорит, на горизонт смотрю, куда не смотрю, говорит, везде гуси. И он вот просто вот вышел на берег. Вон еще 1000 идет, наверное. Вон еще, ой, там еще идут. Короче, он вышел, вот, да, на берег. Он с одного места насчитал 15 стай. Вот в небе. Ладно, попробую сейчас вот этих поманить. Блин, пруд, конечно, вообще. Ну, почему так высоко? Эх, обидно. Приехал я на другое болото. Тут ни разу не был. Просто так примерно видел, куда садятся. Короче, все болото гогочет. Просто ужас. Сейчас вот попробую подойти, посмотреть. Не знаю, получится, нет. Если что, чучела рассяду. Если что, этих спугну, потом сяду. Буду сидеть. Ну просто все, все вот, просто все гогочет. Со всех сторон. Метров, наверное, 500 до гусей, наверное, примерно. Сейчас попробую, ну, с крадом подойти, может, стрельну кого. Сейчас камеру включу, поснимаю. Ой, гуси вот там вот сидят. Пойду сначала в нагляк. Вот. Ужас, что тут творится. Там ламбины. Вот они будут ламбины. Такие вот каналы надо перепрыгивать. Сходим посмотрим. Там, наверное, 1000 сидит.
Он летает. Ох, три штуки взлетело казарки. Но это не все. Основная часть идти дальше. Как туда пойти? Попробуем, не знаю. В стороне как-то сели. Там гогочет прям тысяча. Прям в ушах все звенит. Я не знаю, слышно, нет? Что там творится? Блин, топка, конечно. Попробуем пойти. Место разведать. Новое. Все покочет, все болото. Очень топко. В гусях. Где-то за лесом сидят. Thank you.
летят на меня. Нет. Ёб твою мать! Тысячи! Тысячи гусей! Вы слышите? Ох, летят на меня. Такого у меня еще не было. Двух снял. Будем ждать еще налета. Еще должны налететь. Еще раз хотя бы. Уходит, но не буду стрелять. Спугну остальных. Двойку сделал. Ёшкин ты кот, снова садятся. Ребята, вот это да. Так, не буду пока подранков добивать, потому что могут еще они снизиться, налететь. Держу в поле зрения. Одного вон уходит. Второй где-то вот в озеро упал. Мы сейчас сюда вот подвернем. Пробуем этого найти. Ага, готовы, лежит, вон лежит. Летят сюда два штуки. И причем гуменники, три летят, четыре.
Вот и рассекретили мы их место. Вот они где, значит, все. И опять сели. И опять дальше сели. Ну что, этого забрать или того добить сначала? Где-то тот ползал. Пойдем затем. Двойку я сделал. Батю подразню. Гуменники, ёпарасоте. Это ж гуменники сидят тут. Значит. Ух, какие заливчики у них. Ну где гусик-то? Который... Вот еще сидит, летит один к нам. Блин, голое болото, я тут на нем. Хотят сесть. Да, блин. Батю-то я задразню. Зараза, надо куда-то мне в лес. Надо перебежать туда, попробовать успеть. Пока не кружится. Надо этого еще гуся найти. Где-то бегал тут по болоту. Бля, охренеть, тут все, тут просто все в гусях. Все в какашках и все в перьях. Ну топка, зараза. Вот это мне не нравится. Очень топка. Даже для моего веса. 60 килограмм. Я представляю, тут... Ой, блин, сколько тут их сидело. Ну где? Где ты, блин? Зараза такой. Вот летят. Опять летят. Опять это же двойка летит. Но, наверное, не подойдут ко мне. Хотел перебежать, не получилось. Сука, видит меня и облетает.
Ни хрена. Высоковато, но сам, наверное, лошара. Надо идти того забирать, чучела выставлять и сидеть. Ребята, это что-то. Я, конечно, ой, блядь, не знаю, как мне туда пройти. Опять, что ли, на меня идут? Не, эти уже, наверное, хер прилетят. По чесноку скажу. Ой, бля, сколько их тут было. Ну где ты, гусь? Зараза. Потому что ты в топе в эти ушел. Я тебя хер найду. Бля. Где-то на озере будет сидеть. Надо найти. Блин, тут все просто. Ребята, тут все в перьях. Я на следующий год сразу сюда. Блин, как перейти-то? Куда же он ушел? В траву? Ребята, блин, куда же он ушел? Затаился где-то. Шел, конечно, он к воде сюда. Не знаю. Вот гаденыш. Маленький пакостник, куда же упер? Шик! Эй! Стрелял я отсюда, упал он. Он вот так как-то пошел сюда, в эти разливы. Надо взять рюкзак, наверное, мне все-таки. Или не брать. Куда ж упер-то? Засранец. Ух ты, какая топ тут нехорошая. Ой, можно нырнуть и не вылезти. Но он не взлетал. Зараза, блядь, куда ж ушел? Затихарился куда-то.
Ну, жук. Не хочется такого гуся терять. Это тебе не казарка. Сучок, а? Ну, сучок. Ладно. Куда же ты, блин, ушел? А нет-то... Где же он, интересно? Бля, еще гуси летят. Ай, как бы туда перелезть-то? Не знаю, прям. Такие топи, что... Просву я, наверное, эту ставлю. Ну, летят они сюда. Ну, а что? Мне этого гуся тоже надо искать. Он еще дальше убежит. Мне кажется, он где-то сидит в самой топе. Не, эти высоко идут. Можно попробовать, конечно, поманить. Но вряд ли. Не буду. Надо искать этого товарища. Блядь, топка. Надо искать этого парня, который сейчас у нас где-то ходит. Чем я медленнее ищу, тем он дальше уходит. Топка. Зараза, а? В траву, наверное, залезть все-таки. Подозреваю я. Это будет в траве сидеть. Блин, какие топи. Один в воде лежит, в озере мертвый. А этот, зараза, интересно, куда ж он слинял? Развернулись, сюда летят. А я тут этим гусем, бля. Вот, зараза, вот всегда так. Хочется все нормально сделать. Это топь. Где он, блин? Второй там. Это где-то тут должен быть. Я бы, конечно, по следам бы прошел бы. Но тут, ребята, все в следах. Живого места нет. Я не думал, что будет такая сложная задача гуся найти на болоте. И не думал, что тут так топко. Вот тут хорошее место.
куда мог залезть. Нету. Сучка. Вообще этот год какой-то у меня не сильно везучий. Все время приходится за кем-то бегать. Кого-то искать и достреливать. Надо рюкзачок надену на себя, чтобы за ним не ходить больше. Так. В траве где-то может быть. Уже зараза какая. Блин, может где лежит? Но, к сожалению, пока второго гуся так я и не нашел. Там пошли такие, как озерца. И он вот, наверное, ими как-то уплыл, не знаю. Я сейчас пойду вот туда вот, к тем. Тем, которые улетели, там где-то сели. Уже тут все проходил. И вот так вот по можжевельникам прошел. Нету и все. И нигде голова не торчит. Непонятно, куда-то смылся. Блин, вроде вот вот этим курсом. Вот нашел тут место попадания. Вот тут он вот упал. Перья в куче лежит, но это явно от него. И вот, вот так он как-то пошел. Схожу я потом на обратном пути. Сейчас заберу второго гуся. Чучуара ставлю. Вот. Сейчас покажу вам второго, который в воду упал. Блин, а это смысл, зараза. Вот хочешь, не стал стрелять специально, видел, что гуси кружат. Не понимают, откуда выстрел. Толком. Хотел, думал, еще налетят. В итоге второй гусь ушел пешком, блин. Не знаю, но как он поднимался, я не видел. Надо будет сходить найти. Так, где-то тут второй воду, который упал. Эх, времени потерял, конечно. Ну где гусь-то? Так, вон он лежит. Это вот второй гуменник. Блин, а тот куда убег, интересно. Зараза такая нехорошая. О, какой усик. Опа. О, ха, это не гуменник. Это белоловый. Первый мой белоловый гусь. Вот так вот. Видно, не видно? Должно быть видно. Вот такой вот гусак. Ух! Белолобик. Никогда не стрелял тут белолобых. Знаешь, там тоже белолобы. Должно быть видно, и у него башка белая. Так.
Ладно, мы сейчас это сходим, возьмем чучела наши. Вот как попробуем тут расставить. До темноты посидеть. Белолобики. Тут все в перемешку сидело. Я и казарок видел, и белолобых видел. А теперь. Вот. Я думал, губенники, бля. Оказывается, нет. Вот тут я как-то стрелял. Я отсюда стрелял. Нет, а тут гильзы должны лежать. Если я их не собрал. Не, ну я вроде собирал. Вот я так как-то стрелял. Значит, он упал так. А я искал правее. А, левее я искал. Немножко. Значит, надо вот так вот обойти. Вот эту часть. Олени или что-то ходят, тропы. Вон какая тропинка. Сейчас пойдем чучела возьмем, расставим. И кругом пойду к тем, которые там сидят. Не надо этого найти. Вот так вот. Блин. Не думал, что он так убежит. А он, наверное, уплыл просто по этим, по лужам. Ладно. Такие дела. Такие вот дела. Так что нафиг. Сразу надо добивать. Не жадничать. Такое вот озеро. Небольшое.